Приветствую! Рада. Посмотрим на карту союзов. Расскажи побольше о Ледоче Старшире. Я хочу найти Сигурда. Он отправился в город Рептон на встречу с Убой и Иваром Рагнарсонами. Говорят, они близки к тому, чтобы изгнать правителя Мерсии и возвести на престол своего короля. Дерзкое начинание. Думаю, мне стоит помочь им. Да, пожалуй. Не хочу заставлять их ждать. Что ж, я предупрежу Сигурда и Рагнарсонов о твоем прибытии. Добираться туда лучше по воде. Рептон находится на севере, на реке Трент. Надо без паруса. Ну что, споем? Встанем тут. Давай продолжим. Выходим. В этих водах придется грести. Ветер просит паруса. Больше паруса! Thank you.
Расскажешь позже. Эйвор, смотри, там военный лагерь. Накину-ка я капюшон. Здесь можно поднять парус, Эйвор. Парус поднять! Эйвор! Убирайте мачту! Ставим мачту! Здесь добрый ветер, Эйвор! Поднимай парус! Сигурд и Рагнарсены должны быть здесь. Убрать парус! Сигурд! Готовь луки!
что делаешь? Причаливай. Давай продолжим. Лети, Сюнин. Стоит перед Иваром Рагнарсоном. Ты Дренг Сигурда? Айгар! Эйвор, продолжишь? Полы запачкаешь. Тут не хватает красок. Кто это? А, лазутчики. Только оделись, как землепашцы. Осмелели. Взяли вилы. Он тот, буйный, меня ткнул. А было время, когда врагов убивали на поле брани, до того, как они хотя бы помыслят прислать лазутчиков! Теперь с врагом чаще ищут мира. Не по мне. Да, вижу. Враг должен ныть, скулить и мочиться от страха. Эй! Молодец. Ты свободен, поросеночек. Неси безумие в мерсийские земли. У меня бы он не умер. Пойдем. Покажу тебе все. Как зовется это место? Свинарник. А мерсийцы называют его Рептоном. Здесь хоронят их самых славных королей. Как свиньи рыдали, когда пришлось бежать. Ты вонзил свой нож прямо в сердце этого королевства. Это верно. Кучка саксонских тенов с нетерпением ждет возможности целовать нам сапоги. Но среди них нет короля Бургрида и его тена Леофрита. Мой брат думает, как с ними разобраться. Думаю, там мы и найдем моего брата. Да, Уба с Сигурдом любят почесать языками. Так что лучше прочисти уши. Не морочь мне голову, Уба. Я знаю, Бургрид...
Я никуда не уйду, скотина. Король будет в твоей власти благодаря мне. Мне и моим людям. Мы тебе заплатили. И не заплатим больше лишь потому, что ты знаешь, сколько у нас серебра. Не забывай, я наемница. Беру, что хочу. И столько, сколько мне должны. Продолжишь дерзить, и я отрежу твой мерзкий язык и засуну тебе в зад. Прочь отсюда. Не должно сыну Рагнара Лодброка спорить из-за серебра. Не волнуйся, Уба. Мои воины с тобой. Если он один из них, мне не о чем волноваться. Эйвор, брат Волка, ты как раз вовремя. Ивар и Уба хотят захватить короля. Сможем пленить его. Коронуем другого. Тена Кёлвульфа, например. Я этого не просил, но так будет лучше для Мерсии. Саксам и Данам нужен один правитель. Сможешь ли ты быть хорошим королем? Надеюсь, да. По крайней мере, мы хоть понимаем друг друга. Бургрет отказался заключить с нами мир. С Кёлвульфом все будет иначе. Новой Англии – новый король. Бургрет в Тамворте, в своей крепости, готовится к решающему сражению. Такой же свинарник, только южнее. Мы держим ее в осаде уже много недель. Хватит тянуть. Пора нанести решающий удар. Займем Тамворт, захватим Бургреда, коронуем Кёлвульфа и наутро Ширнаш. А потом и вся Мерсия. Да, захватим. И все на этом. Бургред должен остаться цел. От этого зависит, признают меня королем или нет. Сакс, война не должна быть скучной. Не каждую победу нужно отмечать убийством короля. А, ну так же интересней. Он дело говорит, Ивар. Так мы и поступим. Кёлвульф предал своего короля. Может, он и нас предаст? Зачем ему верить? И что мне вам сказать, чтобы вы мне поверили? Я лишь хочу, чтобы народ Мерсии жил достойно. Чтобы мой сын жил достойно. В Мерсии Бургреда, где Даны и Саксы каждый день убивают друг друга, это невозможно. Хорошо придумано, брат. Я готов к грядущей битве. Славно. И еще кое-что. Все это выгодно не только вам, но и нам. Союз между моим кланом и Мерсией. Посадим его на трон, и союз будет заключен, клянусь. Нас Рагнара сыны призывают к треску копий и стуку щитов. Пусть же прольется ливень стрел. Каждый к битве готов. Ха! Ты не говорил, что он скальд? Пойду отлить. У нас есть лагерь к северу от Тамворта. Ты пойдешь с нами? Ведите. Можешь пока прогуляться по Рептону. Мы будем ждать тебя у причала. Я очень рад, что ты и твой брат здесь. С вами будет немного спокойнее. Не тревожься, Кёлвульф. Мы все получим, что хотим. А тебя будут помнить еще долгие годы. И боюсь за мои ошибки. Город полон жизни. Есть на что посмотреть. Встретимся с тобой в Тамворте, когда все будет кончено. Видишь, Сюнин?
Ты... Филидмур! Как я понял, часть наших останется здесь. Половина войска уже у Тамбарта. И если что, их поддержат с юга. А мы должны остаться здесь. Защищать город. Жаль. Я бы посмотрел на лицо Бургрида, когда наши пойдут на приступ. Но придется слушать россказни пьяных героев. Расправь крылья, Сюнин. Я слыхал, даны косноязычные туго соображают. Разубедишь меня? Люди либо шумные, либо глупы. А ты криклив и туп. Да, охотно. Отлично. Вот это флютинг. Побьемся об заклад. Вот. Спасибо. Что ж, начнем. Я десятки поэтов до ныне успел победить. О, хвостун, с тебя спесь будет сладостно сбить. А, остер на язык. Берегись, Юнгульф. Ты невежда, тупица и просто брюзга. Ну а ты пустомеля и вся недолга. Отлично! Мои рифмы превыше всеобщих похвал. Зато смысла в них нет, и размер захромал. Это в точку, Юнгульф! Поздравляю. Твой ум, как топор твой, остер. Без сомнений. Я возьму свой выигрыш. Забирай. Все было честно. Эй! Ногой! Thank you.
Стрелы, не помню, что это за связь,
Осмотрись вокруг.
Bitte, aufräumen! Du willst sehen, Reiter! Wir waren ja... На юго-восток. Ведите людей к воротам Тамворта. И пусть Бургред рыдает при виде нас, при виде того, что ждет его королевство. Эйвор, наточен ли твой топор? Я готов к треску копий. И к стуку щитов, точно! Я очень рад, что ты с нами. Это честь сражаться бок о бок с вами. Я столько слышал о ваших походах, и вот я в одном из них. Мы сплетем наши саги воедино, нить к нити. Вперед, мальчик. В пламени горной войны мы выкуем из тебя мужчину. Быть мужчиной можно и по-другому. Давай, давай. Тише, Ивар. Дождись битвы. Да, паренек совершенно не готов к бою. Этот паренек сын Кёльвульфа. Почему он не в своих покоях? Король хочет закалить сына в битве. Так пусть покажет, что он может. Еще не стал королем, а уже готовит преемника. Признак смелости. Да, и сын должен быть достоин отца. Ивар! Он пойдет с нами. А если с пареньком что-то случится, я приму кару нашего будущего короля. Он запросит твою голову. Ха-ха-ха, слышал, мальчик? Умрешь, и придется убить и твоего отца. Седло, Эйвор. До Тамворта путь не близкий. Придется терпеть моего братца. Он всегда найдет, за чей счет развлечься. Убить буду иметь в виду. Держи ухо востро. Слышишь, Келберт? Они нам завидуют. Все из-за нашей с тобой дружбы. Вообще, сын Кёльвульфа делает в Рептоне. Это свидетельство верности Кёльвульфа. К тому же за крепкими щитами данов сын предателя в безопасность. От кого? Похоже, вы с Иваром разграбили весь Шир. Нет, Фирк — простые люди, за нас. Но все равно в Мерсии повсюду войны Бургрида. Они ему верны и умрут, защищая его. Речь, Эйвор. Ты говоришь не так, как братья. Хороший слух. Большинство здесь не слышит разницы. Не все даны — это даны. Могу ли я спросить, откуда ты? Из Форнбурга в Норвегии. К северу от земель данов. Не знал, что есть земли севернее их. Что там за люди? Видел когда-нибудь стадо овец, прыгающих друг за другом с обрыва? Вот такие. По крайней мере, те, кто остался. Я и сам не сказал бы лучше. Значит, люди бегут из Норвегии? Да. Теперь Норвегией правит молодой король. Харальд, этот юноша умен не по годам. Ты не злишься, что из-за него тебе пришлось уплыть оттуда? Я злился какое-то время. Но несколько недель в море смягчили мой гнев. Я понял, что уважаю короля Харальда. Силой слов и оружия. Он принес мир в земли, что я зову своим домом. Впервые на памяти любого из людей или скальдов. У Норвегии один король. Один! Это подвиг. Согласен, это достижение. Англия в два раза меньше Норвегии. И тут четыре короля. Видишь? Кого это не впечатлит? Нет, Харальд хороший человек и правитель.
Теперь мне это ясно. Я младше его всего на 6 лет и до сих пор не был в бою. Наверное, он очень умелый воин. Твоя первая битва уже скоро, Келберт. Так что ты тоже станешь опытнее. Не уверен, что я этого хочу. По правде сказать, Келберт, больше всего я злюсь на своего отца. Не на короля Харальда. Отец отдал Харальду то, что по праву принадлежало мне. Так легко, словно подарил бочонок меда к пиру. Он не просто обманул. Он предал мое доверие. Мне до сих пор больно от этого. Проклятие, семья или благо, она важнее всего. Красиво. Не будь ты Этлингом, я бы нанял тебя как Скальда. Скальд? Почти как Бард. Так у нас называют поэтов. Ты об этом? Все верно. Как интересно. Наши и ваши слова так гармонично сочетаются. Будто бы мы братья, разделенные океанами воды и времени. Ха-ха. А мне нравится эта мысль. Нужно быть осторожным. Мерзкие язычники, хищные грязные твари, заполонившие святую землю. Берегись, мой лорд. Мерзких язычников больше. Я и сам вижу. Что нам с ними делать? Советую выслушать их требования, мой лорд. Битву мы проиграем. Это ты, Леофрид? Быстро поправился. Начинаю задумываться, кто ты на самом деле? Человек или бог? Перед тобой слуга Божий, Ивар. Гордый и решительный. Это Тен Бургреда. Он убил дюжину наших воинов в битве на реке Трент. Тогда его остановил топор Ивара. Который я метнул с 30 ярдов. Хватит пустой болтовни! Что вам нужно? Всего лишь твоя корона. Можно вместе с твоей головой. Ха! Я восхищен твоей наглостью. Но ты просишь невозможного. Ни один Дан никогда не займет священный трон Мерсии. Не беспокойся. У нас и мерсиец найдется. Ты о Кёлвульфе? Когда покончу с вами, прикажу казнить этого глупца за измену. Мой король, нам стоит отвечать более сдержанно. Я устал от этой болтовни. Вы топчете наши поля, наши святыни. Мы дали вам серебро, дали вам хлеб. И несмотря на это, вы продолжаете посягать на мои земли. Хватит! Пусть нас ждет смерть, но мы будем защищать свое по праву. Хочешь получить мою корону, Уба Рагнарсон? Придется сначала меня убить. На стены! Назад в лагерь!
Готовьте людей! Сегодня мы возьмем Тамбард! Эйвор, скажи всем, мы готовы выступать. Эйвор и я соберем воинов. Ты умеешь обращаться с тараном? Видел его в деле. Будешь управляться с нашим. Ты силен и ловок. Я там буду. Эй! Я тебя научу ездить! Ищу достойного противника. Кто ты? Я от Рагнарсонов. Пришло время пустить в ход таран. Что ж, Бургред хотел боя, он его и получит. Выступаем сейчас? Вперед! Захватим это королевство! Так, а что мы будем делать с ним? Келберт! Что с тобой? Эти люди, Эйва. Я делил с ними хлеб. Совсем недавно Леофрид учил меня обращаться с мечом. Он мой друг. Дружба не вечна. Ее конец острее копья. Я так не могу. Тем более с Леофридом. Он лишь выполняет приказы. Пойдем к крепости, спрячься где-нибудь в пустой палатке. Не думай, что я трус. Я не боюсь битвы. Я лишь не хочу убивать друзей. Выхода нет. Дерись или прячься. Выбирай. Сломать ворота! Убивайте всех! Но король мой! Вперед! Ну же, вперед! Дерись давай! Сожгите все дотла! Лишите их укрытий! Это будет слезью нашей саги!
Бьемся здесь бок о бок с Рагнарсонами! Фарнбург остался в прошлом, Эйва! Вот! Это наша судьба! Друзья. Выпотрошу! Пора сдохнуть! Yeah.
Пройдем по этим землям и утопим их в крови! Бурга! Я найду тебя, крыса! Слышишь меня? Тебе конец! Слушать меня!
Все кончено, Бургрид. Сложите оружие и сдайтесь. Возьми троих и обыщи двор. Осмотритесь. Может, что-то найдем. Пошлю за Келвульфом. Пусть знает, что трон наш. Да, славная битва, да? Но одного Этелинга не хватает. Где сын нашего короля? Калберт был здесь. Алберт был здесь. Может, ты его не заметил? Эйвор, лжешь ты так же, как дерешься. Отчаянно. Бургрид просил о помощи. Заручился поддержкой сильных людей. Но о каких воинах он пишет? Здесь перечень выплат. Бургрид вел учет трат. И какой-то знак. Может, это сил? Ивар, я нашел письмо. И в нем какой-то знак. Твои люди что-то нашли? Нет. А ты? Вот. Знаешь, что это за знак? Печать Тонны. Похоже, мерзавка вела дела и с Бургридом. Наемница, что надерзила тебе в Рептоне? Так она служит и нам, и Бургриду. Она могла выдать ему все. Все тайны. Обо мне, Рептоне. Наших планах. К чему вся эта чушь? Прикажи выковать себе новую корону, нацепи ее на голову, и сразу станешь королем. Не получится. Точно не в Мерсии. Ты был Теном Бургрида. Не знаешь, где он может прятаться? У Бургрида были убежища, но он молчал о них. Держал все в тайне от меня. Полагаю, не зря. Нам нужно найти Тонну и узнать, что ей известно. Я скорее воткну топор себе в глотку, чем заговорю с ней. Может, так ты ей больше понравишься. Эйвор, отец у нас с ним один, но его мать — свинья. Встретимся у лагеря Тонны.
и запасись терпением. И топор возьми. Эйвор, нужно поговорить. Иди, я скоро. Я отправлюсь к братьям, Эйвор. Встретимся у Тонны. Сын рассказал мне, что Ивар подстрекал его участвовать в битве, пока не вмешался ты. Иначе сейчас ты скорбел бы по сыну. Он не боец. Но должен им стать. В учении или в битве. Он и станет, только держи его подальше от Ивара. Такой учитель ему не нужен.